Виталий Дороднов в автоспорте 6-й год. Подтолкнул его папа, а потом молодой человек и сам втянулся в занятия. Своя машина у спортсмена появилась примерно 1,5 года назад, и она пока ни разу серьезно не подводила. Виталий неоднократно привозил с гонок призовые места. В этот раз в Касимове на 3-м этапе открытого чемпионата и первенства по автокроссу выше радуги он занял 1-е место в классе багги. Для него это 3-я гонка в соревновательном сезоне. 3-й день, самый важный, у нас был 2-й финал, то есть финал, который уже определял место на пьедестале. Конечно, мандраж был легкий, конечно, но как бы перед любой гонкой это есть у всех гонщиков. Много с кем общался по этому поводу. Ну, в принципе, нормально. Стоял уже на старте, думал, все, сейчас отъезжу, заберу место и приеду в Саров с победой. Как получил медаль, подарил маме, сказал спасибо за то, что со мной ездишь, помогаешь мне. Во время соревнований ребят всегда поддерживают родители, помогают им в подготовке и на самом старте. В клубе есть поколение автогонщиков, которые ездили на одной машине. Так у Данила Панкратова его багги перешла от дедушки. На соревнованиях в Касимове спортсмен занял 2-е место в классе багги. По мнению Данила, чтобы победить на соревнованиях, у гонщика должно быть сильное желание. Самое главное – это желание и сила, вот, и опыт вождения. Вот. Без опыта вождения можно выиграть, если удачно будет. Вот. Но самое главное – это желание. Вот самое большое, самое главное – это желание. Если желания нету, нету толку ездить. Перед каждым соревнованием машины тщательно готовят механики. Проверяют двигатели, коробки, болты, колеса. По необходимости подкручивают, ремонтируют и укрепляют. А водители отрабатывают маневры и навыки в случае заносов. Учатся экстремальному вождению. Перед практикой спортсмены из клуба «Горизонт» изучают теоретический материал о том, как устроены машины. На соревнованиях в Касимове Руслан Кутумов почти подобрался к пьедесталу. Занял 4-е место в классе D2 юниор АК. Спортсмен считает, что это тоже неплохой результат. Не хватило времени. И из-за того, что на полуфинале я не очень быстро ехал, получилось так, что приехал 4-м. Столкнулся я с тем, что мне помяли дверь, причем очень так неплохо, помяло каркас безопасности. Совсем чуть-чуть его за ночь вытянули, все сделали. Трудности были, но они не столь значительны. В сентябре у «Горизонта» запланированы еще одни соревнования, после чего ребята будут готовиться к зимним стартам. Секция автоспорта подросткового спортивно-технического клуба «Горизонт» приглашает на занятия ребят, мальчиков и девочек от 13 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.